утро, дорогие друзья! Мы вас приветствуем со стадиона Спартаковской академии имени Федора Черенкова. И сегодня здесь, как и всегда, как и каждые практически выходные, матч клубной лиги первенства России среди футбольных школ 2015 года, зона Москва. И Спартак принимает сегодня на своем поле Чертаново. Мы видим, что футболисты уже готовы начинать встречу. 10:00 должно быть у нас и у вас на часах. По московскому времени, конечно же, арбитр начинает игру. И сразу же спартаковцы стартуют свою атаку. Правда, с центра обороны. Ну и давайте сразу же о составе красно-белых. 2002 год рождения. На поле и в воротах Даниил Мажоровский, номер первый. В центре обороны Вячеслав Фролов, номер 19. Алексей Давыдов, 29. Должен действовать, насколько я понимаю, справа в обороне Вадим Хромин под пятым номером. 23 Алексей Мелешкин слева в обороне. Денис Сабусов, номер 21, будет действовать примерно в опорной зоне вместе, скорее всего, с Асифом Мирзаевым под 20 номером. Кирилл Жуковский, 11 номер. В центре поля также будет действовать чуть выше двух предыдущих футболистов, которых я назвал. Капитан команды Кирилл как раз-таки. 18 номер Юрий Железнов будет действовать на правом фланге. Судя по стартовой расстановке, Степан Мельников под 28-м на левом. И единственный форвард в сегодняшней встрече у спартаковцев Роман Джафаров под номером 12. Ну и, конечно, старший тренер команды Евгений Сидоров. Состав Чертанова, гостей сегодняшних в синей форме играющих. Номер первый Максим Иванов. Номер второй Герман Варденбург. Номер третий Никита Федотов. Номер четвертый Антон Марков. Сейчас атакуют футболисты Чертанова на левом фланге. Давайте посмотрим эту атаку. Ну, угловой заработали. Я продолжаю о составах сразу же. Под пятым номером Михаил Лямзин, под шестым Константин Ляхов, под седьмым Ян Гудков, под десятым Никита Першин, под одиннадцатым Илья Скоропупов, под четырнадцатым Илья Гринюк и под девятнадцатым Тимур Абдрашитов и старший тренер Митрофанов. После углового ничего опасного не возникло. Даниил Мажоровский забрал мяч в руки. Спартаковцы ошибаются в центре обороны. Опасный перехват. Удар по воротам. Даниил Мажоровский отбивает. Отбивает аккуратно в сторону своего защитника, который мяч тут же выносит за лицевую линию. Еще один угловой будут подавать. Стоит отметить, что в передаче, конечно, сейчас не лучшим образом ошибся. По-моему, это был Алексей Мелешкин, если я не ошибаюсь, но вполне вероятно, что и Алексей Давыдов. Подача на этот раз низкая. И спартаковцы мяч вынесли. В борьбе сразу же Роман Джафаров вступает в центре поля. И фол со стороны гостей. Спартаковцы штрафной пробивают. Решили разыграть с ближним. Алексей Мелешкин. Передача в центр, и ошибается уже 11 номер. Капитан команды Чертанова, Скоропупов. Мелешкин вновь. В центр хорошая передача, там Кирилл Жуковский должен был побороться за мяч. Ему зацепиться не удалось. И еще одна атака в исполнении Чертанова. Быстро она заканчивается, правда. Зажигают несколько свечек спартаковцы в центре поля. Никому не нужных. Мяч положили. Алексей Давыдов. Вновь не лучшая передача. На этот раз диагональ не совсем получается у спартаковца. Но играет рукой полузащитник Чертанова. И красно-белым мяч достается. Передача в центр. Кирилл Жуковский борется. Капитан против капитана. 11 номер против 11. Сошлись. Еще одна передача в сторону Кирилла.
Не доходит она и ошибается Вадим Хромин. Это может быть опасная атака в исполнении Чертанова. Приходится фалить спартаковцу. Денис Сабусов решил подтолкнуть футболиста Чертанова. Ну, в общем, наверное, правильно сделал, потому что мог тот убегать против защитников, а там чем черт не шутит. Из-за боковой будет бросать «Спартак». Выполнять это упражнение будет Вадим Хромин. Денис Сабусов. Хромин. Надо, наверное, выйти из-под этого прессинга, отдать на партнера, что он и делает. Алексей Давыдов с мячом. Вот это хорошая уже диагональ, Степан Мельников. Мяч получил, а не было ли фола, но вот арбитр считает, что все чисто. Однако мяч покинул пределы поля все-таки от футболистов Чертанова. И вбрасывать будет Алексей Мелешкин. Ну и чертановцы еще раз ошибаются. А вот в пользу «Спартака». У нас такой неприятный, наверное, ни для футболистов, ни для болельщиков снег пошел в Сокольниках. Из-за боковой на этот раз... А, нет. Даже не из-за боковой, это фол зафиксировал арбитр. Штрафной будут пробивать гости. Это опасная атака может получиться. Подошли к штрафной. Удар в исполнении Лямзина. Прилетает мяч прямо в руки Данилу Мажаровскому. Тот не с первого раза, но все-таки зафиксировал его. Спартаковцы пока с трудом пытаются выбраться со своей половины. Денис Сабусов направо играет. Юрий Железнов разворачивается. Пытается убрать соперников от себя, но... Это не получается у Юрия. Однако аут заработал. У нас Сабусов, Жуковский. Можно, наверное, налево перевести. Но только, конечно, не таким образом. Сабусов ошибается в передаче на Степана Мельникова. Ну а здесь уже забег. Забег Фролова против Гринюка. Фролов победил, схватил так за футболку один из футболистов. Это Константин Ляхов схватил футболиста «Спартака». Не пускал того к мячу. Передача на Степана Мельникова. Борьба. Скидка. Кирилл Жуковский мяч подобрал, но Роман Джафаров далеко его от себя отпускает. Продолжает спартаковцы прессинговать на чужой половине. Но здесь офсайд. Следуют подсказки от одного тренерского штаба и от другого. И ошибается Денис Сабусов. Это может быть неприятно. Михаил Лямзин сам идет. Входит в штрафную, но в падении. Великолепен на выходе Даниил Мажаровский. Пока очень четко играет спартаковский вратарь, безошибочно, каждый раз фиксируя мяч намертво. В центр поля выносит он футбольный снаряд. Борьба в центре, Кирилл Жуковский. Поборолся до конца. Ну и тренерский штаб «Спартака» сейчас подсказывает Роману Джафарову, что тот должен быть... еще ближе к воротам соперника. И сейчас, если бы, конечно, он находился именно там, то, возможно, отскок бы подобрал. Вячеслав Фролов контролирует движение нападающего соперника. И Даниил Мажаровский мяч забирает в руки. Сегодня у спартаковцев нет в составе Ильи Галятова. К сожалению, неизвестны мне причины его отсутствия. Ну, в общем-то, это один из, наверное, ключевых футболистов 2002 года рождения у «Спартака».
нападающий, пусть и лучший бомбардир команды Кирилл Жуковский, но все-таки Илья Галятов делает многое. Но вполне вероятно, что он отсутствует, как и, например, Артем Закиров, находящийся в запасе, или Владимир Поляков, по причине того, что уже в среду, 14 октября, друзья, на стадионе «Янтарь» в 14:00 состоится финал Кубка между этими же командами, между командой Чертанова и спартаковцами. У всех, у кого есть возможность, друзья, обязательно приходите, поддержите нашу красно-белую команду, подопечных Евгения Сидорова. Финал, наверное, наиболее принципиальный матч для них в этом сезоне, потому что за победу в чемпионате зацепиться будет уже практически невозможно. Несколько туров до конца, и спартаковцы находятся в середине турнирной таблицы, поэтому шансов у них на победу уже нет, а вот кубок выиграть они вполне себе могут. Здесь штрафной в пользу Чертанова. Стандартное положение, наверное, по этим первым минутам матча, учитывая то, что нет опасных моментов, 11-я минута встречи может принести какие-то свои плоды для гостей. Будет ли Стенко? Давайте посмотрим. Стенко вообще из одного человека. Я так понимаю, что Кирилл Жуковский. Подача в штрафную. Ну и снимают ее спартаковцы. Вынести надо. Попасть по мячу неплохо было бы. И аут в пользу Спартака. Алексей Мелешкин не с первой попытки, но заработал аут для спартаковцев. Это очень опасно. Гринюк бьет по воротам, но удар совсем не получается. Соскочил у него мяч с ноги. Юрий Железнов. Можно в контратаку попробовать убежать. Нет, слишком торопливо сыграл Юрий. Однако тут же в подкате действует. Ну а здесь нарушение правил со стороны футболиста Чертанова. И арбитр даже подходит, видимо, помощь потребуется спартаковцу. Нет, поднимается Вячеслав Фролов, все с ним в порядке должно быть. Или же не поднимается. Так, он вроде бы уже вставал с газона. Выбегает медицинский штаб спартаковцев на поле. Желтые карточки команды, по мнению их тренерского штаба. Покинул поле Вячеслав Фролов. Ну вот, сейчас должен вроде бы на него вернуться. Все с ним в порядке. Здесь подскальзывается футболист Чертанова. Это шанс. Алексей Мелешкин. Быстрая передача вперед на Романа Джафарова. Тот ставит корпус. Борется сразу с двумя защитниками. Отскок в пользу Спартака. Асиф Мирзаев вошел в штрафную и подтолкнул соперника. Герман Варденбург подставился под фол Асифа. Аут в пользу Спартака. Ошибаются еще раз футболисты Чертанова. Из-за боковой будет бросать Степан Мельников. Не стоит, наверное, удивляться тому, что Чертанова в первые минуты выглядит уверенно и в некотором роде даже посильнее спартаковцев. Это действительно очень сильный соперник. С ним не просто что дома, что в гостях. Но вот спартаковцы проходят все-таки в атаку. Асиф Мирзаев это вновь вошел в штрафную с левого фланга. Простреливает. И мяч залетает в сетку ворот. Чертанова 1-0. Спартак впереди, друзья. Я так понимаю, что Кирилл Жуковский успел там подставить ногу. Сложно мне сказать, будет ли на него это вместе мяч с медицинским штабом. И я думаю, что вернется в игру. Хотя прихрамывает довольно серьезно. Нет, разбегается. Вышел он на поле вновь. Алексей Мелешкин отборолся хорошо. Асиф Мирзаев. Ему подсказывают, что нужен контроль мяча, но вот в длинной передаче ошибается при этом
спартаковец, центральный полузащитник «Спартака». Юрий Железнов штрафной должен был быть назначен. Но аут все-таки, хотя там по ноге-то прилетело Юрию Железнову. Уверенно играет Чертанова в обороне. Вынос в сторону Гринюка, но там Алексей Давыдов. Правда, далеко он мяч от себя отпускает. Перехват неприятный. По левому флангу убегают футболисты Чертанова. Подача в штрафную. И Алексей Милешкин спокойно обработал этот мяч. Правда, подсунул он так его ближнему, как обычно это говорится в таких случаях у футболистов. И тут же вот тренер «Спартака» подсказывает, что не стоит на 2 метра пас отдавать. Это чревато действительно последствиями. Фол со стороны Чертанова. Насели на Романа Джафарова. Это еще один шанс для «Спартака». Асиф Мирзаев у мяча. Вот так только я сказал о том, что Чертанова сильный соперник, и в первые минуты они чувствовали себя очень уверенно. Спартаковцы забили, а сейчас все больше атакуют. Мирзаев подачу в штрафную. Ну вот на ближнюю штангу он пытался закрутить мяч в расчете на рывок партнера. Мирзаев сам мяч подбирает. Двигается по левому флангу, смещается в центр. Можно, наверное, уже и расстаться бы с мячом. Передача в центр. В штрафную на Кирилла Жуковского. Тому сложно было этот мяч обработать. С рикошетом он так, ударившись об его правую ногу, проскочил все-таки в сторону голкипера. Алексей Милешкин. Чертанова по правому флангу пытается перейти в атаку. Выносит мяч спартаковцы. Вновь вступают в борьбу 2 11-х номера. Мяч отлетает к Вадиму Хромину, и тот выполняет все-таки длинную передачу. Может быть, стоит спартаковцам взять мяч под контроль, подержать немножко. Ну вот они как-то торопятся пока сейчас. Хотя это может быть и хорошо. Юрий Железнов сейчас не увидел партнера на левом фланге. Абсолютно один был Степан Мельников. Жаль, конечно, что не успел поднять голову Юрий. Через центр Чертанова проходит Гринюк. Это может быть опасно. Входит он в штрафную против Вячеслава Фролова. Нет, извиняюсь, против Алексея Давыдова. Он сейчас один в один. Стоит прямо у лицевой линии, делает передачу на левый фланг. И еще назад приходится играть. Юрий Железнов там поборолся с соперником, не позволил тому сделать точную передачу дальше. Вот здесь может быть опасно. Проходит так по левому флангу футболист Чертанова. Подача. Мяч с внешней стороны попадает в сетку. Даниил Мажоровский контролировал ближний угол. Удар от ворот. Интересно, что мяч покинул пределы поля со стороны правой штанги от Даниила Мажоровского, а вводит мяч в игру он с левого угла вратарской. Степан Мельников, и здесь нарушение правил в центре поля. Досталось по ногам Асиф Мирзаеву. Слышно было, как столкнулись две бутсы. Его и, соответственно, Ильи Скоропупова. Арбитру приходится так побеседовать с капитаном Чертанова. Объяснить тому, что, наверное, стоит играть менее жестко. А может быть и менее жестоко. У мяча Вячеслав Фролов. Передача на Романа Джафарова. Ближе к штрафной. Подбор забирает Кирилл Жуковский. Тут же, правда, спартакцы мяч теряют. И опасная контратака может получиться. Великолепен на перехвате Вячеслав Фролов. Денис Абусов.
Идет сам по центру. Роман Джафаров. Ужасная обработка мяча. Ужасная обработка мяча спиной к чужим воротам. Практически на метр он мяч от себя отпустил. Штрафной. Чертановцы пробивают. Передача ближе к штрафной. Вновь Вячеслав Фролов действует уверенно. Напомню, что в предыдущем матче вот мне... Я тогда еще отмечал против торпедовцев Вячеслава Фролова с великолепными его длинными передачами, с игрой на опережение. И если раньше казалось, что Алексей Давыдов именно ведущий защитник в этой паре, то вот сейчас, наверное, может быть, даже и Фролов стал ведущим. В современном футболе четко все-таки есть разделение центральных защитников, когда играют вдвоем, особенно на ведущего и ведомого. Вот скорее Вячеслав Фролов сейчас ведущий, Асиф Мирзаев, удар по воротам, 2-0. После штрафного удачно мяч прилетает к Асифу Мирзаеву. Тот не с первого касания, но все-таки разбирается в ситуации и отправляет мяч в сетку. Подумалось сразу мне. Но легко не будет. Да и сегодня легко еще не будет, точно. Перехват, Юрий Железнов в центре поля. Еще одно нарушение со стороны чертановцев. Гости много фолят последние минуты. Длинная передача от Алексея Давыдова. Она получается не столь точной, сколько со штрафного подачи получилось у «Спартака». Ой-ой-ой, мяч перелетает через Вячеслава Фролова. Гринюк бежит сам. Напротив него трое спартаковцев уже вернулось. И Алексей Мелешкин аккуратно дергает его за руку. Нарушение правил, естественно, фиксирует арбитр. И штрафной практически с правого угла штрафной площади спартаковцев. Тут же громко кричит «замена» старший тренер Чертанова. И выходит Денис Мустафаев под 15 номером у гостей. Недоволен, видимо, действиями одного из футболистов своей команды Митрофанов. И Антон Марков покинул поле. Посмотрим за подачей с этого штрафного. Подача на дальний угол вратарской. Это было очень опасно. Угловой. Алексей Давыдов все-таки отборолся с нападающим соперника. Не позволил тому нанести точный удар по воротам. Однако атака Чертанова продолжается. Подача в центр штрафной. Уверенно играют защитники красно-белых на подборе Чертанова. Скоропупов идет сам. Вновь мяч к нему отскакивает. Против троих он боролся. Спартаковцы просто взяли этот мяч количеством. Юрий Железнов сместился в центр. Юрий. Кирилл Жуковский классно сыграл на Романа Джафарова. Надо Роману, наверное, уже проявить себя в качестве нападающего, потому что все он как-то далеко мяч от ворот получает. Подача в штрафную. На подборе забрать бы мяч Спартаку, но Скоропупов не позволяет этого сделать. Проскакивает мяч мимо Алексея Мелешкина. Гринюк мяч получает. Сам идет. И Вячеслав Фролов его останавливает. Здесь Слава вновь борется против соперников. Вернулся уже Степан Мельников помочь защитникам. Гринюк. И здесь уже Алексей Мелешкин сыграл более цепко, чем в предыдущем эпизоде. Вошли в штрафную уже чертановцы. И последняя передача не проходит.
Ой-ой-ой, как неприятно, удар по воротам и 2-1. Драшитов удел. Сместился он ближе к центру с левого фланга и нанес удар, не берущийся для Даниила Мажаровского. Сложно винить Даниила в этом пропущенном мяче, удар был очень точным, да и с довольно-таки близкого расстояния нанесен. О чем я и говорил, просто не будет. 2-1, нужно собраться спартаковцам, не терять концентрации. Может быть, стоит после пропущенного мяча спокойненько поконтролировать ход встречи, но вот ошибка. Гринюк. Вадим Хромин против него. Действует четко. Абдрашитов бьет. На этот раз совсем неточный удар у него получается. Не такой, как в прошлый раз. Даниил Мажаровский будет исполнять удар от ворот. 28-я минута встречи у нас идет. 2-1. Спартаковцы ведут. Постоянная инициатива переходит то от одной команды к другой. То одни проводят серию атак, то другие. В первые минуты, конечно, казалось, что у Чертанова большое преимущество. Затем спартаковцы забили гол. Потом провели несколько опасных атак. Забили второй. Ну и вот Чертанова вернулась в игру после ответного одного мяча. Из-за боковой Спартак будет бросать. Алексей Мелешкин. Романа Джафарова. Тут поборолся. Оказался на газоне. Кирилл Жуковский на подборе у штрафной площади соперника. Вадим Хромин. Близко он уже к атаке так сместился. Денис Абусов идет в обыгрыш. Делает передачу направо. Юрий Железнов, можно подать. Уходит от подката, делает передачу чуть назад на Вадима Хромина. Возвращается мяч к Железнову. И вновь Хромин, подачу в штрафную. Кирилл Жуковский на подборе. Все-таки гости. Ну а здесь рукой. Странный момент. Ну, может быть, арбитр посчитал, что подтолкнули Алексея Давыдова. Хотя вот первое впечатление, которое сложилось, это то, что Алексей сыграл рукой. Леша длинную передачу в штрафную исполняет. А подбор бы забрать. Ну, там уже не до подборов дело. Кирилл Жуковский в штрафной площади соперника нарушает правила. Чертанова быстро переводит мяч в сторону своих нападающих. Алексей Давыдов ошибся в передаче. Это контратака Чертанова. Но слишком сильная передача. Вячеслав Фролов поспокойнее решил сыграть. Просто вынес мяч за боковую. Ну а у нас 30 минут позади. И это значит, что перерыв. Давайте отдохнем. Вернемся.